Охуеть. Всем привет, ребят. Сегодня у нас третья часть Call of Duty. Продолжаем. Ладно, ребята, надо двигаться. По моей команде. Вперед, вперед! Смотрите по сторонам! Эй, прикройте мне! Минометы! Неплохо поработал, сынок! Шевелитесь, ребята! Вперед, вперед! Берегитесь! Лежать, черт возьми! Лежать! А теперь бежим! Пошли! Плохо! Ладно, ребята, будем двигаться дальше! Устанавливаем огневую точку! Мартин, тебе левый фланг! Мартин, возьмешь на себя левый фланг! Зачисти это... Вперед! Сука, пидорас живучий. Вы сейчас живые еще, да? Ах, что-то!
блядь. Да и не фонка заебала. Чё ты уёбал? Я хочу, чтобы здесь был резерв. Сосиска! Капитан Прайс. Сосиска! Возьми этот сектор под контроль. Тут чисто, босс! Ладно, ребятки, слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление, так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать. Все. Все, ребят, на этой серии прощаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем дякую за перегляд. Барбару.